Итак, друзья, приветствую вас в фитнес-клубе. Чисто случайно. Светочку мою встретила. Мы с ней вместе очень красиво рожали, фотки вы видели в Инстаграме. Светы, как у любой молодой мамы, запрос. Как бы чего-нибудь делать, но чтобы ничего не делать и быстренько прийти в форму. Первое, с чего мы начинаем, это осанка. Первое, это ключица. Да? Мы их отводим просто назад. Чтобы было понятнее, плечи можно вверх, назад, вниз. Как определить, в правильном ли положении у тебя пояс верхней конечности? Когда у тебя руки не перед бедрами, а либо на уровне, либо сзади. Но чтобы они у тебя ушли полноценно назад, мы работаем с тазом. Большинство хотят красиво попу отклячить назад. Ну, типа она есть, да? На самом деле мы хвостик, копчик наш, подворачиваем вперед. Таким образом, даже правильно стоишь, чистишь картошку, у тебя уже ягодицы работают. Классно? То есть лобковую косточку вперед, подвздошные косточки вперед, осанка ровно, и автоматом у тебя, видишь, ручки уводятся назад. Ты чувствуешь себя более уверенно, красиво, да, статно. Грудь вперед. Все, это первое базовое, с чего мы начинаем. Также мы двигаемся. На самом деле ты поясницу расслабляешь. Вот если ты положишь ручку на поясницу, вот расслабься, как обычно стояла. А теперь подкрути таз и почувствуй, как ты мышцы расслабляешь. Поясницу именно. Потому что малыша же вот так постоянно, то так таскаем, то так. Поясница расслабляется. Не больно спать на животе, в лордозе, начинается. Потому что перенапряжение. Поэтому ты оп, подкрутила.